день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Азимок». Добрый день! Сегодня я хочу рассказать, как сделать увеличение на нашей шапочке, которая превращается в шляпку. Есть два способа. Вот я сделала как? Вот видите, тут у меня два цвета. Более темный я вязала в одну ниточку, а более светлый я вязала те же ряды, но в две ниточки. И за счет этого получилось вот такое вот увеличение. Видите, по бокам прям видно. В последнем ряду можно прибавить петельки. И тогда будет увеличение как на шляпку. Вот, и когда вы уже ее переворачиваете, видно тут. Если последний ряд, может быть, ряда 2, увеличить петельки, допустим, через 2-3 столбика провязать 2 столбика вместе. Вот. И плюс сделать еще вот такую обвязочку, которая тоже будет увеличивать и создавать эффект шляпки. То есть вы вяжете количество рядов. Давайте вот на этой стороне посмотрим, здесь лучше видно. Вы вяжете шапку ровно, связали донышко с увеличением рядов, связали ровно. И вот последние 5-6 рядов вы либо увеличиваете, либо берете более толстую нитку. Либо эту же нитку, но только в две нитки. И за счет этого у вас идет плавное увеличение шляпки. Вот. И если прям хотите хорошо расширить, то значит последние 2 ряда увеличивайте через каждые 2-3 столбика в 2 раза. И тогда у вас получится вот такая шляпка. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия вы можете приобрести на моем сайте.